Наша страна – бесспорный лидер в освоении северных территорий. Мы гордимся тем, что Россия единственная в мире смогла создать атомный ледокольный флот. И сейчас в его состав мы принимаем еще один универсальный атомный ледокол «Арктика». Прошу разрешения на ледоколе поднять государственный флаг Российской Федерации. Разрешаю. Государственный флаг Российской Федерации поднять! У ледокола инновационное оборудование, мощный двигатель. Это позволяет использовать его везде, и во льдах, и на воде, и на глубоководных, и мелководных трассах. Очень рад и горд, что в России есть специалисты, которые способны создавать такие инновационные проекты, как ледокол «Арктика».